Зеленый водород играет важную роль в переходе к чистой экономике с нулевым уровнем выбросов. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов в ходе своего выступления на неделе устойчивого развития в Абу-Даби. Он также подчеркнул, что Азербайджан предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы стать страной зеленого роста с чистой окружающей средой. В Азербайджане имеется большой потенциал возобновляемых источников энергии. Это позволяет нам стать поставщиком в сфере ВИЭ, включая водород. Сотрудничество с такими компаниями, как Mastar, ACWA, Power, BP и Fortescue Future Industries, которые нацелены на создание в общей сложности более 22 гигаватт экологически чистой энергии, а также водородных мощностей, способствует переходу к зеленой энергетике на национальном и глобальном уровнях. По словам министра, Азербайджан является хорошим потенциальным источником возобновляемой энергии и водорода для Европы. Благодаря партнерству Азербайджана с Европейским Союзом, республика поспособствует осуществлению водородных планов ЕС. В рамках Южного газового коридора, который играет стратегическую роль в диверсификации поставок газа, в настоящее время рассматривается потенциал коридора по транспортировке водорода наряду с увеличением газового экспорта. Производство и экспорт водорода и зеленой энергии в целом является важным компонентом нашего обновленного стратегического энергетического партнерства с Европейским Союзом.